Мераба, мераба, еще раз мераба. Нахожусь в районе Оба. Тут продается хорошая, большая 2 плюс 1. Квартира была 3 плюс 1. Строил хороший застройщик. Черепицу вы увидели, наверное. Глазами все видно. Так, вот, с этой террасы. Расстояние отсюда до моря максимум 650 метров. Рядом есть рынок по понедельникам, также рынок по четвергам, который находится в районе Тосмур. Здесь у нас как кладовка сделана место. Квартира продается под ключ. Двухуровневая. Тут находится сейф. Что тут упало уже? Да. А это что? Тут где-то свет должен быть. Ага. Вот там включается свет. Отделили, сделали гардеробную. Спасибо. Теплый пол. Как сквозняк, у меня уже чихание начинает. Так. Вся полезная минимум площадь тут 125 квадратных метров. Это полезная площадь. Угу. Удобно, нормально. Проект был сдан в 2010-2011 году. Также теплый пол в санузле. Два санузла, дорогие зрители. Всем привет еще раз. Так, здесь мрамор. Видите, да? Душевая кабинка. Вытяжка. Стиральная машинка Арчелик. Сейчас спускаюсь я вниз. Спускаюсь вниз. Деревянные лесенки. Арчелик, бытовая техника. Вот огромная гостиная. Эту комнату как бы присоединили к гостиной, там было отдельно, еще 3 плюс 1. Можете также снова отделить, если захотите. Тут где-то у нас 12,5-13 квадратных метров, только вот эта комната. Кондиционеры старые, фирма Электро. Выходим на балкон. Здесь магазин Хоставра Кочташ, Тахта Колесеть магазинов, за дорога Мигрес, Карифурса, рынки рядом. Хорошая локация тут. Вид вообще на горы классный. Вот так глазами все видно. Ролик не все показывает. Ну, представляете, вот эти все горы я одним разом все вижу. Внизу есть бассейн, открытая парковка. Брутто 152 у этой квартиры. А полезная площадь тоже. Теплый пол в санузле. Вот второй санузел. Это душевая часть. Можно тоже кабинку сделать. Проточный водонагреватель Veito Electronic фирмы. На этаже три квартиры.
Итак, квартира, бюджетный вариант. Цена 158 тысяч евро. Звоните, пишите по номеру +90 555 064 91 10. Если вас интересуют какие-нибудь другие варианты, на месте все могу показать. Приходите в Аланию, звоните. Айдат здесь 50 евро. Хорошая управляющая компания. Надеюсь, там есть кладовки. Кошка, тихо там. А, у нее детеныши там, наверное. Да, у нее детеныши. Двери закрыты там. Спускаемся вниз. Открытый бассейн, зонтики, шезлонги. Открытая парковка снаружи. Вот такой фасад здания. И здесь дорога D400. До моря максимум 650 метров до воды, дорогие зрители. Я отмеряю картой Google. И в основном всегда говорю точные отмерки до моря. Все, ставим лайк, подписываемся на наш канал. Всем пока-пока.